Молодец. Я прошла. Все, было нормально. Неплохо, неплохо. Алло. Спасибо. Я вышла на Филатова. С ума сойти. А? С ума сойти. Ты с ним играл уже? А? Правда, его проигрывал. Да, 2-6. 2-6, 7-5. Глубокие воспоминания. Это ужас был. Да? Но второй сет я хотя бы начал стараться уже, а первый я плохо играл. Привыкал. Ну как будешь играть, да, завтра? Как играть? Собираешься? Ну вот я понял, как он играет. Ему надо высокие бросать, чтобы он... Интервью мастера. Да-да. Он говорит мастер завтра, Дима, что планирует играть, как планирует. И не как планирует, ну, выиграть. Планирует. Бить будешь сильно, но... Да точно, это, да? Понятно. И хитрить. Похитрее, да? Хитрее, что резаков чаще. Да, сегодня я резаки плохо играл, плохо получалось. Так. А что хорошо получалось? Ты нас хорошо раз удивил, подача. Все с первой подачи подавал, да, в одном гейме. И продул его. Выиграл. Да? Ну так хорошо играли. Но он бился, а потом в конце матча начал психовать. Вот это... Да. Он... Нет, ну вот в последнем он, когда было 5, нет, когда было 5-3, он начал сильнее психовать, ракетку бросал. Потом он говорит, вот это вот, он ко мне подошел, слушай, я тоже хочу так играть, но у меня не получается, я нервы не могу сдержать. Ну, Даш, а тебе удалось с нервами справиться, так, я так понимаю? Ты же тоже нервничал, нет, да? Нет, один псих был, я мяч сильно запулил. Ну так, вроде все нормально было. Ты все понимал, что папа тебе сигнализировал? Абсолютно все, да? И на левую, и ноги, и ноги, горки. Угу. Да, молодец. Ладно, Сань, поздравляю еще раз. Давай, молодец.